Так, короче, друзья, ну никто на самом деле не описал процесса снятия штока с кулисы. Тут на самом деле, ну так, просто ловкость нужна. Нужно нажимать вот на эту кнопку, она очень туго идет там отверткой, ну вот, и плоскогубцами потихонечку ее тянуть наверх, и он выходит. Вот, а для того, чтобы вот этот цилиндр вытащить, ну тут вообще все очень просто. Тут нам нужно отверткой вот сюда вот подлезть и вот так вот ее отогнуть, и она сама выйдет из ложемента. Очень просто. Вот. Знать бы это все раньше.